Добрый день, меня зовут Шаймин Роман Вячеславович, и мы продолжаем наши лекции по функциональному анализу и машинному обучению. А прежде чем мы сейчас погрузимся в изучение последующей темы, я хочу сделать организационное объявление. В начале нашего курса я просил заполнить некую формочку и прислать мне ваши данные контактные, вашу фамилию и так далее. А сейчас у меня просьба к тем, кто нас сейчас смотрит, те, кто присутствует сейчас в зале, зайти на сайт математического института, там в раздел NOTS, где мой спецкурс, там есть возможность ввода формы на сайте. Ну и, собственно, прошу вас продублировать эту информацию. Она будет вам, ну, она будет необходима, если вы будете подавать зачет и вообще, так сказать, для понимания смотрящих наш курс. Поэтому я обращаюсь ко всем нашим зрителям. Значит, пожалуйста, сделайте это. Ну, те, кто зарегистрировался, я им пошлю по почте, значит, напоминания. Ну, а те, кто мне еще не присылал, то, значит, пожалуйста, сделайте этот шаг. Хорошо. Значит, в прошлый раз мы с вами рассмотрели, у нас так получилось, что до машинного обучения мы толком не дошли, мы с вами рассмотрели понятие интеграла Лебега и построение теории вероятности. Сейчас мы немножечко еще сделаем несколько моментов по теории вероятности, которые нам будут нужны, и посмотрим, как это применяется, значит, в байесовском обучении. Значит, как я уже вам говорил, что каждый раз мы должны начинать с того, что мы пишем вероятностное пространство. То есть мы всегда будем предполагать, что у нас есть вот эта тройка, значит, где омега — это множество элементарных исходов, а фигуристые — это сигма-алгебра событий, а p — это вероятностная мера или вероятность каждого события. Значит, когда речь идет о том, что мы хотим, ну, вообще теория вероятности отвечает на какие вопросы задают теория вероятности, да? А с какой вероятностью произойдет то или иное событие? Значит, если мы можем, ну, вообще-то, если у нас есть вот эта тройка, и мы ее, так сказать, точно знаем, то вопрос о том, у нас есть какое-то вот событие там А, да, которое принадлежит вот этой сигма-алгебре. Если мы ставим вопрос, какова ее вероятность, то нам нужно просто ее подставить под вероятностную меру, да, вот P, вот A, это и есть вероятность. Но в реальных примерах вероятность вот так задается, ну, явно может задаваться не для всех событий при постановке задачи, а, ну, просто про какие-то, так сказать, элементарные. Ну, например, вот пусть у нас есть такой опыт, мы берем две карты, случайно две, или там три карты из колоды берем, да, и, соответственно, значит, мы хотим задаваться точнее вопросом, с какой вероятностью выпадет тройка, семерка, туз. Значит, на самом деле, когда мы говорим о том, что мы берем три случайных карты, это значит, что мы рассматриваем какое множество элементарных исходов. Мы берем, да, так сказать, три, значит, карты. Мы предполагаем, что колода перетасована, значит, идеальным образом. И, соответственно, вероятность вытаскивания каждой из этой карты, любой из этих карт, оно, так сказать, равнозначно. И, соответственно, мы берем, надо подсчитать всевозможные комбинации выбора трех карт из 36. И, соответственно, каждая вот эта тройка, она будет иметь вероятность единицы, деленной на множество вот этих всех комбинаций, которые здесь возможны. И дальше из этих всех комбинаций следует выбрать, сосчитать, сколько там будет троек, семерок и тузов, и, соответственно, поделить вот это число на общее число комбинаций, и таким образом мы узнаем, какова вероятность то, что мы выберем тройку, семерку, туз. Значит, но такой подсчет, он довольно, ну, может, так сказать, быть достаточно неудобным, довольно сложным. Ну, в этом примере простом это несложно сделать. Но в более сложных, да, таких вещах, когда у нас формально у нас эта тройка есть, но вычисление вот этой вероятности может представлять из себя определенную сложность. Соответственно, есть различные методы теории вероятности, которые позволяют вычислять вероятность тех или иных событий по некоторым другим известным событиям. И таким боевым средством для вычисления вероятности относится формула или теорема Байеса. Давайте мы вот о ней сейчас и поговорим. Значит, пусть у нас есть А и Б, это два каких-либо события. Причем
технически мне будет удобно предполагать, что вероятность события А, она больше нуля, и, соответственно, вероятность события Б тоже больше нуля. И, соответственно, возникает, ну, часто возникает такой вопрос, а какова, ну, допустим, мы знаем, что произошло событие А, какова вероятность того, что произойдет событие Б, если мы знаем, что произошло событие А. Ну, например, вот мы вытаскиваем какую-то одну карту из колоды, простую ситуацию, одна карта из колоды. И, допустим, нас интересует вероятность, что мы вытащим там, червонного туза. Ну, вероятность, что мы вытащим червонного туза, она равна 1/36. Но если, допустим, вот эту карту вытащил ребенок, мы спрашиваем, какая там карта? А он не знает этих карт, маленький ребенок. Он говорит, папа, я не знаю, но он красненькая. Что-то там красненькое написано. Значит, я еще, ну, не, ну карту не меняется. Значит, ну какова уже будет вероятность того, что там будет червонный туз? Это будет уже, так сказать, не 1/36, да, это будет уже, так сказать, 1/18. Потому что мы уже знаем, что там либо буби, либо, либо черви. И так далее. Значит, ну, вплоть до, так сказать, чем больше мы о ней информацию получаем об этом событии, косвенно тем вероятность исходная она становится другой. Значит, и для этого вычисления придумано очень важное понятие условной вероятности. По определению, мы будем говорить, что пишется вот так, условная вероятность события А, при том, что произошло событие Б, но определяется следующим образом. Значит, это есть вероятность события А одновременно с событием Б, но это умножение, это то же самое, что пересечение этих событий. Это то же самое, что пересечение этих событий, деленное на вероятность события Б. И вот эта величина, она называется условная вероятность события А, если произошло событие Б. Значит, ну, на самом деле можно утверждать, что вот эта величина, стоящая в правой части, она не превосходит единицы. Ну, вообще сходу это так не очевидно, может быть, да, потому что делятся, так сказать, две величины, они, ну, вдруг произойдут, что больше, чем единица. Но давайте это нарисуем. То есть вот, ну, мы старались приводить наглядные образы. Да? Вот пусть вот это будет множество омега наше, пусть вот это будет множество А, а вот это будет множество Б. Значит, ну и будем считать, что, так сказать, ну, вероятность это есть площадь вот этих, этих фигур, а площадь всего омега равна единице. Значит, как, что такое условная вероятность? Это мы должны взять вот эту площадь вот этой фигуры. Это вот наш числитель. А площадь вот фигуры Б это знаменатель. Ясно, что пересечение с B, оно всегда, площадь этой фигуры всегда меньше, чем площадь всего B. Если А полностью внутри B, тогда вероятность этого события будет какая? Это будет вероятность события А, деленное на вероятность события B. Значит, если событие B внутри А, то вероятность будет равна единице. Итак, ну это такое геометрическое как бы доказательство, ну это не вполне, конечно, доказательство, но это, в общем, мы убедились, что вот эта условная вероятность, это действительно вероятность, она не больше, чем единица. Но совершенно, ну, это по определению. Значит, совершенно ясно, что также по определению мы можем рассмотреть условную вероятность события B относительно события А. Значит, да, это будет P, B на А, деленное на P от А. Теперь смотрите. Значит, у нас числитель вот этот и числитель вот этот — это одно и то же число. Потому что пересечение А на B и B на А — это то же самое, одно и то же. Следовательно, мы можем в этой формуле выразить следующим образом, написать следующее равенство, что вероятность А от B умноженное на вероятность b равняется вероятности p от b от a умноженной на вероятность
P, вот A. Такое тождество можем написать. Теперь из этого тождества что мы можем сделать? Мы можем написать следующее. Ну, поскольку тут все сомножители не равны нулю, точнее, вот эти сомножители не равны нулю, эти могут быть равняться нулю, кстати. Значит, то здесь мы можем написать так, что P, A при условии B, это есть P, B при условии A, деленное на, здесь умноженное на P от A, деленное на P от B. Вот так. Нужно написать такую форму. Теперь смотрите. Обычно в приложениях вероятность, априорная вероятность события А и события Б, они, в общем, более-менее, так сказать, легко вычисляемые. А часто бывает так, что для того, чтобы вычислить вот P, A от B, это может быть сложным. Ну вот чисто, так сказать, вот по, так сказать, по этим формулам, вот это может быть сложная процедура. Но вычисление B от A, она может оказаться значительно более простым. Вот эта формула называется формула Байеса. Ну или иногда ее формулируют и теорема Байеса. Так сказать, сейчас будет небольшое ее обобщение. Но это ключ к байесовскому обучению. Это ключ к байесовскому обучению. Смысл, ну если так немножечко говорить чуть-чуть вульгарно, что смысл формулы Байеса, что мы можем поменять, ну это, конечно, не очень точно утверждение, поменять причину и следствие. Ну, давайте вот приведем простой-простой пример. Значит, ну я вот сейчас сотру. Формулу Байеса вы запомнили. Ну, так вот, сходу такой, скажем, пример. Вот, допустим, у нас есть там какое-то предприятие, значит, и, ну, и у нас есть, так сказать, два события. Одно событие состоит в том, что предприятие скоро обанкротится, а второе событие состоит в том, что, скажем, у нас были приняты, так сказать, стратегически неправильные решения. Значит, если нас интересует вопрос, значит, с какой вероятностью, так сказать, да, а потом предприятие обанкротилось. И мы хотим узнать, там, да, с какой вероятностью мы приняли, были приняты, значит, неправильные решения, при том, что предприятие обанкротилось, да, это может оказаться сложнее, чем предсказать, что если были приняты неправильные решения, предприятие обанкротилось. То есть вот эта вот возможность, которая дает нам формула Байеса, это как раз, ну мы сейчас ну, на совсем примерах это продемонстрируем, в том числе и на числовых. Значит, мы покажем, как это работает. Но прежде чем мы это будем рассматривать, сделаем одно небольшое обобщение, которое часто очень бывает полезно как раз в приложениях формулы Байеса. Значит, я вот это пускай будет наше множество омега. Иногда оказывается, что множество омега можно разбить на некоторые непересекающиеся множества, которым будем называть, там, скажем, D1, D2, D3 и так далее. Значит, пусть у нас есть значит, некоторая последовательность D, а K, T, ну, K от 1 до, ну, пусть N большое, хотя цепочка может быть и бесконечной. Это все события, и такие, что D, K, пересеченное с D, M, это пустое множество, если k не равно m. То есть это не классы непересекающихся событий. И такие что? Значит, у нас есть омега, это есть объединение всех k от 1 до n, всех вот этих dk. Ну, то есть это полное, это называется, разбиение множества омега. Разбиение множества омега. Теперь смотрите, пусть у нас есть какое-то событие. Да, ну, естественно, это, конечно, я здесь не писал, но это, очевидно, предполагается. Я сказал, что это событие, они измеримые множество, то есть это множество из нашей сигмалки. Теперь пусть у нас есть некоторое событие А. И теперь смотрите, мы возьмем событие А, если мы, оно это то же самое, что мы возьмем
событие А, пересеченное с омега. Верно? Ну, А принадлежит омега, естественно. Значит, если мы омега вот, распишем по этой формуле и внесем множество А сюда, то мы можем написать так, что А пересечение, ну, умножим, декаты. Это вот что означает, что если я беру какое-то множество вот А, вот такое вот это множество А, то его можно разбить на объединение его же пересечения со всеми множествами D. Ну, раз D разбивается, это значит, что представь себе, на стекле вы нарисовали фигуру, потом стекло разбилось. Да? И понятно, что значит, на каждом куске разбитого стекла есть какая-то площадь вот этого А, и ясно, что, так сказать, ну, можно так из нее составить. Значит, запомним, значит, вот эту формулу. Причем, смотрите, вот это каждая вот эта компонента друг с другом попарно не пересекается. То есть, если мы возьмем вероятность множества А, то по свойству меры, ну, АП это мера, то это то же самое, что сумма К от 1 до N вероятности А, умноженный на ДКТ. Ну, потому что это попарно не пересекающие множество. Но теперь смотрите. Значит, вот дальше давайте вспомним формулу Байеса. Значит, что нам говорит формула Байеса? Да, формула Байеса, она говорит следующее, что значит, если мы возьмем P A вот, D КТ, то это есть что такое? Это есть P от А, пересеченное на ДКТ, деленное на вероятность ДКТ. Или то же самое, что P, вот, А, умноженное на ДКТ, это есть P, А, от ДКТ, умноженное на вероятность ДКТ. Ну, понятно. Поэтому здесь мы можем, значит, вот это по этой формуле расписать, и мы получаем такую формулу, что k от 1 до n большого. Здесь будет p от a при условии dkt умножено на вероятность dkt. Это называется формула полной вероятности. Это называется формула полной вероятности. Значит, она, ну, сама по себе эта формула, она довольно, так сказать, иногда довольно хороша. То есть она позволяет вам вычислить вероятность события А по фрагментам разбитого этого стекла. Потому что каждый фрагмент стекла, ну, вот, вероятность вот этого декатова, оно зачастую, это довольно хорошая, так сказать, ну, как это довольно хорошо считаемая вероятность. Кроме того, если мы знаем, что произошло событие ДКТ, то в принципе мы можем вероятность А высчитывать не по всему множеству, да, множеству омега, а по каждому такому случаю. Ну, то есть, например, если мы берем там, вероятность там, червонного туза, и мы разобьем на множество, так сказать, по мастям, ну, пусть вот D1 это черви, D1, D2 там пики и так далее, то вероятность того, что мы возьмем туза, да, это, соответственно, ну, червонного туза, то нам надо, так сказать, соответственно, вычислить по этой формуле, предполагая, что есть там буби, это сразу 0, да, раз и буби, значит, это уже точно червонный туз и так далее. И у нас остается, что мы рассматриваем только когда черви, ну, да, получается, что это будет, значит, вероятность, что если у нас есть черви и туз, это 1, там сейчас 36 на 4, 9, да, 1 девятая, ну и плюс еще мы должны выбрать 1 четвертую. Да, конечно, здесь, в общем, не сильно, так сказать, 1 36 у нас так и получится. Но все-таки, в общем, в каком-то смысле, ну даже в этом простом примере, на 1 девятую делить легче, чем на 1 36. Ну, это, конечно, был такой выраженный случай, но тем не менее. Итак, вот эта формула полной вероятности, значит, о чем она говорит?
Она говорит, как ее можно использовать. Это речь идет о том, что D, недаром я использовал буковку D, буковка D — это некоторые данные. То есть, смотрите, вот у нас есть какое-то событие А, мы должны его взять там, вероятность. И, допустим, нас интересует вероятность этого события. А априори даже мы можем ее вычислить. Ну, то есть, там, например, с каким-то вероятностью там произойдет крах предприятия. Ну, мы можем априорно предположить, что крах предприятия там, ну, в течение года там, в такой-то ситуации, значит, он произойдет там, с какой-то вероятностью. Априори мы все о нас примерно знаем. А теперь поступает дополнительная информация. То есть вот вы как аналитический центр, который анализирует Data Science, да, там вот это машинное обучение, вам приходит факт, что реализовалось событие D, там, КТ какое-то. Вот оно произошло. Ну, вот вам просто дан такой факт. И, соответственно, значит, вам уже надо... Вот это была так называемая априорная вероятность, да? А вам нужно вычислить апостериорную вероятность. Апостериорная вероятность, значит, она вычисляется так. Это вероятность P, A при условии D, КТ. Ну, КТ нехорошо. Давайте я сделаю D с тильдочкой. Так. D с тильдочкой. Ну, чтобы там буква не падала. Ну, D с тильдочкой — это некоторые данные. Ну, допустим, это может быть одно из этих, то есть реализовался один из возможных сценариев. И задача аналитика состоит теперь определить апостериорную информацию, апостериорную вероятность, да, вот вычислить вот это. Значит, иногда это легко сделать, а иногда это сделать может оказаться очень сложным. Значит, какой прием здесь используется? Значит, первое, что приходит на ум, значит, это воспользоваться формулой Bayes, которая, значит, звучит следующим образом. Да? Мы пишем здесь вероятность D с тильдочкой A на вероятность D. Сейчас. Да. На вероятность D с тильдочкой, да, деленное на вероятность P от A. Правильно написал, да? Что-то я сейчас засомневался. Не, ну все. Да, правильно. Нет, неправильно. Числить, да-да-да, чувствую, что не так. Да-да-да, конечно, вероятность A здесь, а D с тильдой, да-да-да. Значит, вот так мы расписали, да? Оказывается, что вот эти сценарии, их вероятность вот этой оценки этих сценариев может оказаться значительно более легкой задачей, чем оценивать оценка вероятности этих сценариев может оказаться задачей более легкой, если мы предположим, что вот это событие уже произошло, чем вычислять вероятность этого события в случае какого-то из этих сценариев. Значит, на этом построено. Значит, построено байесовское обучение, значит, которое, значит, состоит в следующем. Значит, сейчас, секунду. Ну да. Значит, которое, значит, состоит в том, что мы, так сказать, определяем, значит, вот эти вероятности P от A и вероятности вот этих D, они вычисляются, скажем так, имеющейся статистикой. Соответственно, мы можем, значит, применяя, значит, наши вот эти формулы, так сказать, вот такого рода, сейчас мы приведем пример, решать какие-то задачи. Давайте я вот сейчас, у меня просто тут есть записан один пример, с числами. Давайте я вам покажу его, так сказать, чтобы мы заодно его, значит, разобрали. Значит, допустим, такая, значит, у нас ситуация. Сейчас, секунду, я найду этот пример.
Так, единственное, что, слушайте, я это самое формулу стер. Давайте мы эту формулу, значит, воспроизведу. Значит, давайте вот как сделаем. Значит, P от A, значит, при условии, что произошло, ну, какое-то событие, вот это D с тильдой, да, это у нас равняется P от D с тильдой на A, умноженный на вероятность события А. А вот этот P от D с тильдой, мы можем его ведь тоже расписать следующим образом. Мы распишем его как вот такую сумму K от 1 до N большого, P от D с тильдой при условии А, сейчас. Нет, давайте мы... Я немножко тут за вас запутал. Нет, в принципе, нет, там все формулы были написаны правильно, но только давайте мы сейчас следующим образом некоторые обозначения поменяем. Смотрите, значит, прошу прощения, значит, за небольшую заминку, мы это вырежем из видео. Значит, смотрите, вместо того, чтобы использовать это разбиение D1, D2 и так далее, давайте мы подойдем к следующей задаче. Мы будем делать разбиение как раз не по множеству D, а по множеству A. Предположим, что у нас есть некоторое, значит, вот такая вероятностное пространство. Пусть у нас есть несколько альтернативных гипотез. О, значит, пусть A1, A2 и так далее, AN — это альтернативные гипотезы. Гипотезы. Значит, ну, которые это как некий диагноз нашей системы, какой-то вывод этой системы, альтернативные гипотезы. Значит, что значит альтернативные гипотезы? Ну, это, собственно, значит, что А и Т на А Ж Т — это пустое множество, если И не равно Ж. И мы можем предположить, что, значит, ну, можно иногда предполагать, что А и Т, Ж Т есть полное разбиение, но этого, впрочем, не обязательно. Это, впрочем, не обязательно. Значит, вот пусть у нас есть альтернативные события, важно, что они попарно не пересекаются. То есть первое, там, скажем, событие предприятия разорится, второе предприятие не разорится, третье там, ну, тут как бы альтернатива из двух, ну, понятно, так сказать, да, что, то есть нам нужно выбрать, поставить один из трех из N диагнозов. И теперь нам нам в помощь, да, альтернативным эти, мы будем считать, что нам заданы вероятности каждого такого, такой гипотезы. То есть это задано. Задано. Априорно мы это знаем. Ну вот, кстати, такой пример. Вот мы сейчас его тоже, значит, разберем. Значит, ну вот, допустим, у нас есть какой-нибудь такой хитрый вирус. Такой, который... Ну, бывает, но не так-то часто. Ну, например, коронавирус. Значит, предположим, что у нас априори приходящий человек, он может, заболеть вирусом или не заболеть. Давайте сейчас все по порядку. Извините, я напишу для общую формулу, а потом мы это все обсудим. Значит, и тогда, соответственно, вероятность, да, кроме того, кроме вот этих альтернативных гипотез, значит, есть некоторые еще события D, это данные, которые являются уточняющими данными. То есть вот, вот это было априорной вероятностью. То есть, например, человек, ну, мы знаем, что человек может там быть больным коронавирусом и не больным коронавирусом. Допустим, с вероятностью 1% человек болеет коронавирусом, а с вероятностью 99% не болеет коронавирусом. Вот, но, ну и все. Поэтому, когда мы видим человека внешнего, и нам надо определить, болеет он коронавирусом или не болеет он коронавирусом, то лучшая оценка, что мы можем сделать, сказать, что он болеет с вероятностью 0,9. Но пусть у нас данные, например, данные теста. Человек сдал тест, соответственно, данные теста. Сейчас пока не говорю, какие, неважно. Значит, то есть данные — это некое событие, которое уточняющее. И возникает, естественно, вопрос о том, как нам изменить вероятности наших гипотез, если у нас известно, что произошло событие D. Значит, ну, здесь как раз мы воспользуемся теорией вероятности. Значит,
точнее формулы Bayes. Потому что, смотрите, D это, допустим, ну как бы там результаты теста. Тест, допустим, у нас с 95% вероятностью верный, а с 5% вероятностью неверный. С какой вероятностью, если человек заболел, если тест показывает, что человек заболел, с какой вероятностью он на самом деле заболел, ну болен? Этот вопрос решить сложно. Так, сходу вы, наверное, не ответите. Но с другой стороны, если мы вот это распишем следующим образом, распишем это так, как P от D от A и T на вероятность P A и T, деленное, ну, а здесь это деленное на вероятность D, да, но это здесь это будет сумма, да, и от 1 до n большого p d, другой мелок, d а и t умножены на вероятность а и t. Вот так. Смотрите, справа, что у нас есть справа? Справа у нас есть априорная вероятность нашей гипотезы, тут а и т, да? То есть мы для вируса знаем, что с вероятностью, так сказать, он болеет, не болеет, нам задана вероятность. И вероятностью, что был тест при условии, когда человек болеет и не болеет. Но мы же знаем, что это 0,95. Ну там 0,95 и 0,5 с ошибками. То есть справа мы все знаем, а здесь мы ничего не знаем. Итак, давайте приведем вот этот пример. Пусть у нас есть гипотеза А1, человек болен. Здесь житое, да. Ну тут как бы А, тут по индексу G суммируется. Нет, по G суммируем. Здесь вот АЖТ, здесь АЖТ. Ну мы, а мы суммируем по всем G. А здесь только какая-то ИТ, тут И. Как? Ну G-то меняется. Тут был А1, потом А2 в следующей сумме, в следующей А3 и так далее. Ну, в смысле? Сейчас, когда численно напишем, будет понятно. Значит, человек болен. Значит, вторая гипотеза, что человек здоров. Значит, вероятность то, что он болен, P от А1, равняется чему? 1/100. 0,01. Вероятность того, что А2, он здоров, это 0,99. Верно? Это нам задано. Это мы получили из статистики. Значит, дальше. Значит, D, это значит, ну вот результат нашего D, это положительный тест. Положительный тест. Мы вероятность положительного теста не знаем. Ну, по условию не задано. Но нам задано, что вероятность P, значит, что положительный тест, если человек болен и положительный тест, эта вероятность 0,95. Потому что он с 95% вероятностью верный. Верно? Это мы, вот это нам в условиях есть. Также мы знаем, что... Значит, тест будет положительным на здоровом человеке, значит, если с вероятностью 0,05. Теперь мы должны все это засуммировать. Ну, разрешите, я... ну, тут хватит. Теперь смотрите, нас интересует вероятность того, что человек заболел, если тест верный. Значит, вероятность того, что человек... заболел при этом тесте, чему равняется? Значит, нам надо взять PDA1, так?
ну, заболел. А, значит, это будет 0,95 умножить на вероятность А1 умножить на 0,01. Ну, а в знаменателе нам надо написать что? Ну, во-первых, это будет то же самое 0,95 на 0,01 плюс, ну, вторая сумма, да, у нас по А2 же, вторая сумма это 0,05 умноженное на 0,99. Ну, если я не ошибаюсь, это равняется примерно 0,16. То есть, еще раз, если тест с 95% точностью показывает, что вы больны от болезни, которой болеет 1%, это означает, что истинная вероятность, ну, вот в этих предположениях, вероятность то, что вы болеете, равняется 16%. Несмотря на то, что тест 95%. Эта коллизия возникла из-за того, что болезнь достаточно редкая. Поэтому, кстати, ну, насчет коронавируса сейчас не скажу. А вот, например, тесты, скажем, на СПИД, а где вероятность на самом деле меньше 1%. Ну, если человек не совсем в группе риска, СПИДом болеет меньше 1%. Так вот, значит, когда делается тест на СПИД, если первый тест показывается положительным, никогда не говорят, что ты заболел. Скажут, что у нас что-то там непонятно с тестом, пройдите-ка его еще раз. Вот если вы пройдете этот тест дважды положительно, вот с такой вероятностью, то уже вероятность будет не 0,16, по-моему, это будет, по-моему, 0,67, что-то такое. А три, ну, я надо сосчитать, а три раза, если все это пройдет, это будет уже там близко к 0,9. Поэтому тесты такие на редкие болезни делаются не один раз, иногда два или три раза. Именно по этой причине. Значит, вот она работа байесовского машинного обучения на основе формулы Байес. Значит, в чем здесь был плюс? Плюс состоял в том, что мы вместо того, чтобы по данным оценивать, значит, соответствующую вероятность гипотезы, мы смогли, предположив о гипотезе, предположить, какая будет вероятность этих данных. Значит, где здесь обучение? Ну, вот, собственно, помните, во всех предыдущих наших лекциях у нас было обучение. Мы что-то там итерировали, а была константа обучения. Где здесь обучение? Где? Оно вот где. Оно, да нельзя простое. Это оно состоит в том, что вот эти циферки, они берутся, ну, я их взял, как бы так сказать, так, можно сказать, с потолка, но если вы хотите про коронавирус, допустим, вот возьмете, реально будете оценивать ситуацию с реальным коронавирусом. Что вам потребуется для того, чтобы такие формулы воспроизвести? Вам надо будет обучиться на статистических данных, обучиться, значит, узнать, с какой вероятностью, во-первых, человек болеет, не болеет априорно. Значит, то есть найти вот эти вероятности. Значит, вторая, вам нужно взять этот тест и понять, с какой точностью он вообще определяет зараженность, незараженность. Вот, вот это есть обработка статистических данных. И зачастую, как раз вот машинное обучение, вот это data science, да, вот эти люди такие с модными названиями, которые занимаются байесовским обучением, они в чем состоят? Они берут статистические данные от предприятия, там, если эта экономика занимается еще откуда-то нибудь, они берут статистические данные, по ним, по сути, вычисляют вот так, методом тупой математической статистики, это не очень сложно обычно, ну, вычисляют, так сказать, просто там, частоту того или иного события, а потом строят вот эту схему, это называется байесовское обучение. Самое удивительное состоит в том, что байесовское обучение работает. Вот это реально очень удивительная была ситуация, ну, есть, что это реально работает. Ну, то есть вот реально мы брали какие-то ситуации, мы применяли, особенно в экономике, довольно много байесовского обучения в свое время.
И, в общем, результаты, которые достигались байесовским обучением, они заказчиков, как правило, вполне удовлетворяли. Всегда казалось, что им это нравилось. А что здесь хорошо? Здесь хорошо все. Первое, значит, ясно, откуда берется обучение. Потому что когда мы берем нейронную сеть, но мы к ним еще подойдем, когда мы берем нейронную сеть, я уже об этом, помните, уже вам говорил, да, так сказать, что когда вы берете нейронную сеть, проблема стоит в том, что для заказчика это черный ящик. И сказать, что я вот там получил нейронную сеть и получил такой-то результат. Убедить очень сложно начальника, заказчика, что вы все сделали хорошо и правильно. Значит, а если вы взяли данные от заказчика, в Excel-таблице какой-нибудь, так обычно и бывает, ну или скачали с какого-то датасета, если вы тренируетесь, или еще откуда-то, то эти данные заказчик сам их предоставил. И он в них понимает. Вот любой там фармацевт, который там делает, ну не фармацевт, там, разработчик этих вакцины, или там не вакцины, что это, тестов, он точно понимает, вот эти, что это такое, откуда берутся эти вероятности. Он в это верит. А вы применяете вполне, ну не просто простые, это может быть простая формула, может быть непростая, но вы применяете математически доказанные утверждения. То есть вы берете хорошие данные, в которые все верят, они просто воочию видны, и не делайте с ним какие-то там комбинации, а вы делаете с них вполне процедуры, которые строго доказаны, формула Байес — это строго доказанное математическое утверждение. Поэтому байесовское обучение его очень любят. И оно как бы реально работает. Я уже упоминал в прошлый раз, сейчас могу это подтвердить, что зачастую, значит, ну вообще люди понимают под машинным обучением, многие, как раз именно байесовское обучение. Именно байесовское обучение. Значит, давайте еще приведем некоторые моменты, значит, которые здесь нам важны. Ну, во-первых, давайте вот этот результат немножечко обобщим. И, значит, вот, допустим, у нас снова есть, ну, не две гипотезы, пусть у нас есть А1, А2 и так далее, АН, вот эти гипотезы. Значит, ну и плюс есть какие-то данные, да, и плюс есть какие-то там вот эти данные дополнительные. Значит, вероятности А и тех — это априорные вероятности, но, соответственно, при данных, значит, это вероятности апостериорные. Так вот, мы будем говорить, что мы будем выбирать максимально правдоподобную гипотезу или MAP-гипотеза. Значит, MAP-гипотеза. Максимально апостериори вероятность. Да? Значит, ну, гипотеза с максимальной апостериорной вероятностью. Значит, это на самом деле всего лишь навсего вот что такое. Значит, это нужно, собственно, взять гипотезу. Такую, что, значит, ну вот, допустим, по MAP-гипотезе мы выбрали гипотезу А и Т со звездой. Да? Это значит, что вероятность P, А и Т со звездой при D, это есть максимум по всем И, да, от вероятности P, А и Т при D. Ну, дальше можно расписать по вот этой формуле вот P, А, D и эффективно это вычислить. Кстати, там знаменатель читать вообще говоря, не обязательно. Читать не обязательно. Это называется апостериорная гипотеза. Значит, ну, на самом деле здесь вот этот максимум, он совпадает, ну, опять-таки, с максимумом произведения и от 1 до n p a и t умножены на вероятность p, d, a и t. Так, что-то я... Сейчас вероятность p... не надо произведение, извиняюсь. Знаменатель нам считать не обязательно. Ну, потому что все вот эти
максимум, они все делятся на один и тот же, значит, знаменатель. Значит, теперь, что еще здесь очень важно? Дело в том, что все это работает очень хорошо, когда у вас данные очень простые. Но данные на предприятиях, вот этой Excel-таблицы, они составные. То есть, смотрите, значит, на самом деле, вот пусть у нас есть вот эти данные D, событие D, но оно, это не одно событие, а оно, так сказать, как бы на самом деле есть некоторый набор данных, скажем, DM. Значит, что имеется в виду? Ну, допустим, вот сейчас мы рассмотрим такую ситуацию. Значит, у нас, допустим, есть, мы хотим высчитать мужчина или женщина. То есть есть некий коллектив, в котором есть мужчина или женщина. И есть, допустим, три параметра, четыре параметра. Ну, вот у меня сейчас числа туда же приведены уже. Значит, так, допустим, первый параметр D1 это наличие высшего образования. D2 – это рост выше 175 сантиметров. D3 – это все факты об человеке, который входит в этот коллектив. D3 – это знание иностранного языка. D4 – это наличие водительских прав. То есть вот я хочу сказать, что данные будут состоять как бы одновременно, а нам нужно будет учесть вот 4 эти штуки. Значит, на самом деле, когда мы начнем вычислять вот вероятность вот D, комбинации вот этих D1 и так далее, то проблема состоит в том, что наличие водить, ну, может быть, рост и наличие водительских прав – это, в общем, независимые вещи. А вот наличие высшего образования и знания иностранного языка – это событие, вообще говоря, зависимое. То есть это не есть разбиение. Вот эти DM-ные – это не есть разбиение. Это события, которые, так сказать, пересекаются. И, соответственно, мы можем в нашем коллективе пустить анкету, ну, то есть сформировать Excel-ский файл, чтобы каждый отметил, знает иностранный язык, не знает, какой у него рост, какое у него высшее образование, на этом отделе кадров узнаем, имеет права, не имеет права. То есть по отдельности каждый мы можем вычислить. А вот высчитать из этого, какая корреляция между иностранным языком и высшим образованием, это сложная проблема. И тут математики, они делают так называемую, применяют, ну почти все в байесовском обучении, применяется так называемый наивный байесовский классификатор. Еще называется фуидиотс по-английски, фуидиотс байесовский классификатор, иногда там для идиотов, ну это идиот в английском немножко не такое оскорбительное, который говорит о том, что на самом деле мы предположим, что все вот эти DM-ные, они статистически независимы. Что они все статистически независимы. Значит, почему наивны? Почему для идиотов? Потому что это неверно. Это предположение, оно очевидно неверно. А почему мы его применяем? Потому что по-другому сложно. Ищем там, где, ну, под фонарем. Они где потеряли кошелек. Ищем под фонарем, где светло, как в анекдоте. Но это было бы так и осталось фуидиотс, если бы это не работало. А это работает. Вот, понимаете, несмотря ни на что, это работает. Причем, более того, есть исследования, есть масса примеров, когда это работает лучше, чем если вы будете вот эти корреляции изучать и их использовать. Наивный байесовский классификатор работает, ну, считайте, экспериментальный факт. Поэтому его применяют. Итак, давайте разберем вот задачку с наивным байесовским классификатором. Значит, начнем мы ее с постановки задач. Значит, вот у нас есть таблица. Значит, у нас есть мужчина, женщина. Значит, у нас есть... хорошо. Значит, у нас есть такая табличка. Значит, здесь у нас мужчина, тут у нас женщина. Ну все. В американском университете сейчас меня бы уже, так сказать, тут засудили. Чуть-то он мужчину поставил на первое место. А, нет, у меня, кстати, в книжке написано женщина в первом месте.
Да. Женщина, мужчина. Значит, тут у нас есть вероятность D1, тут вероятность D2, ну, D3, D4. Ну, давайте я просто напишу здесь 3, D4. Значит, D1 это высшее образование. D2 это рост выше 175 сантиметров. D3 знание иностранного языка. D4 водительские права. Водительские права. Значит, здесь у меня такое получается. Ну, допустим, предположим, что в нашем коллективе это 0,3, это 0,6, это 0,2, это 0,5, это 0,5, это 0,4, это 0,15 и это 0,3. Вот такие, вот это данные, значит, смотрите, вот формирование этой таблички – это элемент байесовского обучения. Но это байесовское обучение – это, по сути, обычная работа, так сказать, статистиков. Просто опросить людей, измерить их рост. Ну да, и кроме того, да, мы должны предположить, что у нас априорная, ну вот это пускай будет вероятность, это будет А1, это А2. Ну, гипотеза, что человек перед нами, значит, женщина или мужчина. Значит, предположим, что в нашем коллективе мы знаем, что вероятность А1 это 60, 0,60, 0,6, ну и вероятность А2 0,4. Кстати сказать, ну, вообще-то байесовское обучение здесь пройдет, ну, опять-таки, вспомнит, так сказать, там, да, европейский опыт. Сейчас бы сказали, а почему у вас только там два пола? Значит, на самом деле не обязательно. Мы можем здесь сидеть на 0,5, а тут 0,3. А остальное оставить там на неизвестный случай. То есть, ну, как бы это тоже не исключается. То есть, и, ну, я здесь как бы взял так, значит, но в принципе без разницы. То есть не обязательно, чтобы вот эти гипотезы были, так сказать, полностью покрывали ситуацию. Теперь вот такая, значит, такая задача. Ну, я ее прочитаю. Пусть, ну, некий человек из этой группы А имеет высшее образование, рост 172 сантиметра, знает английский язык, не имеет водительских прав. Кто перед нами, мужчина или женщина? Согласитесь, что вот так вот, что называется, без расчетов, на этот вопрос ответить сложно. Ну так, неоднозначно. Значит, однако, если мы, что мы должны сделать? Мы должны найти максимально гипотезу с максимально апостериорной вероятностью. МАП-гипотезу. Значит, она равняется, значит, вероятность P А1. Ну, D это вот те данные, про которые я сейчас прочитал. D это вот те данные, которые я прочитал. Значит, это что такое должно быть? Это будет, ну, некоторая нормирующая константа C. Она сейчас нам не очень важна. Значит, это будет вероятность А1 умноженная на вероятность D1 при условии А1 и так далее, вероятность PD4 при А1. Смотрите, какая прелесть. У нас, ну, константа C, она не важна. Ну, потому что для вероятности C2 там будет, ну, какая-то другая нормирующая константа. Значит, смотрите, это мы знаем. Ну, мы же знаем, сколько у нас мужчин и женщин. А это, смотрите, развернув по байесовскому методу, это как раз есть ответ в этой табличке. Вот PDA1 это что такое? Это 0,3. Ну, если мы идем по женщинам. 0,3, потом 0,2, 0,5, 0,15. Это надо умножить.
значит, ну и так далее. Сейчас мне где-то там 0,5. Ну, в общем, значит, проведете расчет. Ну, а также аналогично надо взять вероятность А2 при D. Ну, то же самое, только, так сказать, тоже там будет нормирующий множитель тот же самый. Значит, и, ну, по моим вычислениям, у меня получалось, что с вероятностью 65%, ну, с вероятностью 0,65, это женщина. Ну, если там произведете расчет, ну, если я где-то не ошибся, то это будет обязательно женщина. Вот, видите, в чем как бы прелесть, да? На самом деле мы не применяли никаких сложных здесь, так сказать, каких-то моментов, алгоритмов, значит, просто делали понятную для исследователей, для экономистов, для политиков, для кого угодно, мы делали понятные вещи. Мы взяли вот эти такие таблички, их устроить, применяли более-менее понятные формулы, которые, в общем, школьник может их, конечно, узнать. Их можно объяснить так, на пальцах. Да. А какая разница? Там же, смотрите, будет одна и вторая вероятность. У нее тоже будет тот же самый нормирующий коэффициент. Ну, да. Надо, но это надо, чтобы этот нормирующий коэффициент найти. Сумме-то вот это дают единицу. Ну, надо вот это суммировать с той. И вычислить оттуда нормирующий коэффициент. Это же одна и та же константа c. Но c – это на самом деле сумма вот этого и сумма этой штуки по d. Ну просто для этой вероятности нам, конечно, надо c найти. А если просто узнать мужчину или женщину, то можно не находить. Да. Значит, и что мы еще давайте… у нас есть время, да. Что мы еще давайте здесь добавим? Значит… Вообще, вот за это и любят люди теорию вероятности, что она наука жизненная, которая дает возможность для, так сказать, вот, ну, как бы, такого реального вычисления, с одной стороны, да, ну, а с другой стороны, она жизнится на очень твердой математической основе. Но что плохого? Значит, вот про байес к обучению надо, давайте немножечко, так сказать, ну, покритикуем, ну, не то, что покритикуем, поймем, в чем ограничение байес к обучению. Байес к обучению, оно, во-первых, дает ответ с вероятностью. И иногда вероятность, ну, достаточно, вообще говоря, для принятия решений. Но когда вот 0,65, вообще это уже, так сказать, на грани, вообще-то, так сказать, хорошего ответа. То есть зачастую при решении практических задач, ну, нам, если мы там, допустим, классифицируем один объект другим, то зачастую нам надо бы, чтобы мы распознавали объекты с большей вероятностью. То есть вот, ну, это надо понимать, что ответ с вероятностью, он хорош тогда, когда вы уверены в что-то там на 99%. Если вы уверены в вашем ответе на 0,55, это, конечно, лучше, чем 0,45. Но, в общем, грань не принципиальная. С учетом всех тех предположений, которые мы сделали. То есть байесское обучение, оно хорошо, но надо к нему относиться, что к их результатам, ну, надо относиться, вот, ну, понимать, какая там градация вероятности. Это первое. Значит, второе. Байесское обучение, оно, ну, работает, соответственно, только в тех данных, которые у вас есть, она не способна там, ну, решать какие-то динамические задачи. А, так сказать, у нее нет адаптивности, так можно сказать, да, вот к таким вещам. А, соответственно, там, к распознаванию образов, ну, байесское обучение может, ну, это, конечно, есть распознавание образов, принятие гипотезы, но только в тех случаях, когда вот эта табличка у вас хорошо формируется, да, когда у вас вы распознаете знаки дорожного движения, то тут, конечно, нейронная сеть будет работать намного лучше. Вот, да? Ну и кроме того, значит, байесское обучение, когда вы его и применяете, вы всецело полагаетесь на априорную вероятность. А вот, например, даже с тем же самым коронавирусом,
вычислить, какова вероятность, что средний человек, ну, да, так сказать, мы берем среднего москвича, ну, человека уже в городе Москва, с какой вероятностью априорной он болеет этим вирусом, эта задача довольно сложно вычисляемая, потому что на самом деле надо взять очень однородную выборку, да, из них протестировать всех этих людей в равных условиях, так сказать, и поставить, так сказать, диагноз, чтобы это вычислить. Потому что количество заболевших, вот графики, которые рисуются, они совершенно для этого не годятся, потому что графики нам подаются ведь в абсолютных числах, но не учитывается количество тестов сделанных. Понимаете? То есть надо понимать, вот если, как в анекдоте, да, мы выявили 20 больных, а сколько сделали тестов? 20. Понимаете? Тут как бы важно, значит, важный был показатель, что мы сколько делаем тестов, сколько из них положительных. А такой информации вообще, значит, ну, она не очень доступна. Вот, поэтому, значит, полагаясь на байское обучение, вы всецело полагаетесь на данные вот этих расчетов. Кроме того, значит, ну вот, когда вы будете анализировать данные эти Excel-таблицы, значит, надо понимать, что эти данные могут быть неверными, ну, особенно если это опрос экспертов. И, соответственно, байское обучение, оно в каком-то смысле субъективно, в том плане, что вот, построение вот этой, ну, вообще вся теория вероятности, она, ее слабое место стоит в том, что она не занимается вопросами, как вот это P определить. Ну, помните по Колмогорову, как мы говорили? Множество, сигма-алгебра и заданная мера. Это гениальный ход в том смысле, что мы не занимаемся тем, чем мы не можем заниматься. Понятно, что математика и байесское обучение не может решать задачи, ну, так сказать, по априорному вот этому решению. Мы должны вот эту меру каким-то образом задать, как-то ее вычислить. А вот этот процесс ее задания, это вопрос как раз уже к прикладным вещам. То есть, например, если мы там с картами вычисляем вероятности на картах, то, конечно, окей, если у вас карты идеально протасованы. А если они не идеально протасованы, то прахом идет вся теория вероятности. Значит, и примерами вот каких вот таких вот вещей, да, здесь можно так, даже как криптографии. А, конечно, так сказать, да, там, ну, есть алгоритмы, которые очень хорошо шифруют, в которых используются случайные числа. Числа у нас все почти всегда не случайные, а псевдослучайные. И если вы возьмете, так сказать, вместо случайного числа псевдослучайное число, то криптостойкость резко упадет. Так и здесь. То есть если вы, значит, ошибетесь в определении ТП, то результаты могут оказаться крайне не, ну, просто неверными. Вот, ну, то есть полагая там, ну или так, опять-таки, да, там, полагая, что, так сказать, там, выборка у вас однородная, а если эта выборка неоднородная, то вы можете сделать совершенно неправильное представление, так сказать, о, так сказать, реальной ситуации. Вот, там, что в Америке, что, так сказать, в России, да, там, помните вот эту ситуацию, когда там 4 года назад все говорили, что Трамп проиграет однозначно. По всем опросам он проигрывал. По всем опросам. Он взял да выиграл. Почему произошло так? Потому что опросы происходили неточные. Люди стеснялись говорить, что я буду голосовать за Трампа. На самом деле на опросы. Понимаете, оказалось, а мы социологи, там же, ну понятно, целые службы занимались тем, как это все оценивать. Все грамотно. Но только в том, что эксперимент был нечистый, что люди, многие, они нет. Отвечали искренне на этот вопрос. И потом выяснилось, что, оказывается, все это, что все эти байские методы оказались прахом. То есть, полагаясь на байские методы, вы всецело должны понимать, насколько вы точны в определении этой вероятности. А это, ну, задача, ну, она не относится, конечно, к математике. Но поскольку у нас такое машинообучение, искусство data science, человек, который будет этим заниматься, искусство анализа данных, оно всегда состоит в том, что вы должны не просто взять данные, сгрузить их там, с готовый датасет. Но это если вы, так сказать, учитесь, это хорошо. Если вы применяете на практике, то вы должны показать ваше чутье. Вот за это ценится, за это платят. Вы должны разбираться, значит, откуда эти данные взяты, насколько они правдоподобны, ну и так далее. Потому что, ну и опять-таки, да, события, зависимые, независимые. Ну, опять-таки, математика
не дает ответа на зависимость независимых событий. Мы просто говорим, что вот, так сказать, ну, то есть если я говорю, что мы из карты берем, ну, там, случайную, из колоды берем случайную карту, потом ее возвращаем перетасовываем, да, факт этого перетасования, ну, это как бы факт, который мы просто в это просто верим. Вот. Но, тем не менее, так покритиковав, на сухом остатке, если у вас есть описание вот в виде таких таблиц, значит, если вы в них верите, Байесовское обучение дает, в общем, хороший ответ. Самое главное, это ответ понятный, ну и в каком-то смысле там, приятный. То есть вот это Байесовское обучение, оно работает по полной программе. И вот как раз основу теории вероятности нам как раз тут и нужны. Ну, хорошо, тогда на этом большое спасибо.